Но этот танк воевал 43-го года, закончил войну в Польше. Потом после войны ее списали в железнодорожные войска, вооружение сняли. То есть танк погиб при прорыве блокады Ленинграда в 44-м году. И я вас сейчас всех расстреляю из своего. Ну да, сейчас. Но вы поедете, молодой моряк, грудь его медаля и огненная. Она впоследствии в нижнем танке. Конечно. Есть. Нет, ну вот это считайте тоже, что первое. Это же раннее, это не позднее. Спасибо. А есть история этого танка? История? Да, вот именно этого танка. Ну, этот танк воевал 43-го года, закончил войну в Польше. Войну прошел сам. Он воевал, да, в Европе закончил войну, и вот сейчас находится в музее. То есть конкретно, подробно, конечно, вы, если вы хотите, я вам не расскажу, но то, что машина участвовала в войне, это факт. Она рабочая.
она заводится, ездит. Стреляет? Ну, конечно, нет. Своим ходом пришла, да? А где она стоит? Сюда, ну, конкретно сюда, да. В каком музее, где она находится? Это музей Московской области, музей отечественной военной истории в деревне Падиково. У нас очень крупный музей. У Падикова. Да, это Истринский район. Вот. Машина у нас, естественно, ну, деактивировано орудие, но машина полностью ходовая рабочая. Все у нее в порядке, двигатель родной стоит. Я думал, вся техника с Кубинки, а тут оказывается. Нет, что. Так что машина с двигателем, с настоящим, это как бы дизель V-образный, V2. 12-цилиндровый, 500 сильных. В Красногорском районе есть частный музей такой, да, боевой техники. Конечно, они вон их машины, да. Тоже. Мы с ними, да? Общаемся. Это, это наши, можно сказать, коллеги, да, мы их знаем. Понятно. Все. Девчонки, отходите, смотрели, отходите. Так что машина имеет свой боевой путь, она рабочая, настоящая, оригинальная. Сто восемьдесят пять. Я не знаю, но, конечно, есть пальцы. Это что? Скажите, а есть история именно этого танка? Какая-то? Он воевал? Где он? Конкретно нет, потому что она точно воевала. Потом, после войны, ее списали в железнодорожные войска, вооружение сняли, и, соответственно, она как на... ну, в железнодорожном составе как бы служила машина эвакуации. И, в принципе, шла в утиль, ну, на металлолом, и успели вот буквально одну единицу сохранить, не уничтожили. Нет, один водитель, заряжающий, командир. Ну, в принципе, 4 или 5 там, в зависимости, да, вон там 5. Ну, то есть в зависимости от модификации. Голову берегите, пушка здесь. Нигде ни черта не написано. Это лист брони. Т-70. Можно прежде всего создать сюжет. Он вообще мне говорил, что 36. Понятно. Ну ладно. Скажите, а не подскажете историю этого танка? Есть она история какая-то? Есть. Где воевал? И... Есть. Где воевал конкретно не знаю, но нашли обломки этого танка. Его, точнее, остатки. Остатки, да? Под Ленинградом. То есть танк погиб при прорыве блокады Ленинграда в 44 году. Вот. И вообще из того, ну то есть долго из тех прошу, остатков, однако. Из тех остатков, которые были найдены, в общем, здесь где-то 40%. То есть именно одной машины. Остальное собирали уже, ну, добирали по частям. 4 года собирали машину. Это что, он до 44 года дожил? Да. А экипаж сколько человек было в этом танке? Экипаж три человека. Три человека, да? А с танка откуда? С какого музея? Частная коллекция. Частная коллекция. Спасибо. Пожалуйста. Выдержание.
отдыхает, у родителей домой. Хором девушки взлетают, мы не нравимся ему. Не плечо наряды, не плечо фасон. Он со всеми откровенно говорит, как проснусь, что чаще море у меня в ушах шумит. Где посол с юга, живет прежняя, ждет меня подруга нежная. Где посол с юга, живет прежняя, ждет меня подруга. Который вы можете в режиме реального времени рассказать своим друзьям и подписчикам в соцсетях, где вы находитесь, показать понравившиеся экспонаты и поделиться впечатлениями об этом ярком и памятном событии. Дорогие друзья, на Красной площади работает музей под открытым небом. Приглашаем москвичей и гостей города. По-моему, все. Спасибо. Я не знаю, сколько меня там наснимали. Вот они. На щёлку. А зачем? Я уже 3-го числа подписал, отвез, потом мне Татьяна Николаевна... Я вас сейчас всех расстреляю из своего! Ну да, сейчас. Так что мы вместе воюем. Едим. А я сейчас ходил... Принимаю участие в военно-начальном периоде Великой Отечественной.
ведомой войны, однако большинство из них достаточно быстро было потеряно. В 1935 году была проведена модернизация танка Т-37А, направленная на улучшение его ходовых характеристик. При сохранении прежних компонентов новый танк, получивший при производстве танка, широко использовалась сварка. Машина была принята на вооружение Красной Армии в феврале 1936 года и находилась в производстве до 1939 года. Всего промышленности было выпущено 1382 танка Т-38. Они состояли на вооружении танков разведывательного... Отойди от нее, я ревную! ...визий разведывательного... Вот так. ...танковых бригад. Здорово. Необходимо отметить, что в то время ни в одной из армий мира таких танков некоторое количество этих машин использовалось в ТУ для учебных целей. Последний же случай боевого применения Т-38. Выпуск начался в середине сентября 1941 года и был прерван в октябре в связи с эвакуацией завода на Урал. Всего в Москве успели выпустить 245 машин. Осенью 1941 года из-за переброски на восток танковых заводов выпуск тяжелых легких танков был самым низким за все время войны. Залезть можно с этой стороны. Да, там грязи, масло. Давай, Сверху можно не расшибиться.